Привет, с вами Кононова Анна, Кононова Викуська. Тоже решила взять свои Викуськи, хотя мы в школу еще не идем. Но такую красоту разве ж можно пропустить? Вы просто посмотрите, какая красота! Как все здорово, как все классно. Итак, Виктория у нас немножко приболела, и поэтому она не захотела особо снимать вещи на себе, но я все равно решила показать школьную форму, потому что она мне очень понравилась. Просто в целом очень хорошее отношение к вещам, но мы их пока не стирали, как вы понимаете, да? Если пойдет что-то не так в пустых баночках, вы об этом узнаете первыми. Итак, значит, первая у нас идет футболочка вот эта вот за 499 для зарегистрированных, скидка 20% сразу же с первого заказа бывает. Значит, это идет футболка с принтом 119J2901, цвет белый, состав 95 хлопок, 5 эластан. Размеры идут со 122 по 170. Значит, у Викуськи получается размер 122 как раз, да? Вот такая вот она, классная. Это я уже бирочки нечаянно оторвала, потеряла. Давайте будем смотреть. Тут было прицеплено Фаберлик. Тут идет антирастяжечка. Очень мягкая, ласковая такая кофточка. Здесь сверху красочка. Вот. Вот так вот оно выглядит, если натянуть, да. То есть ткань слегка просвечивает, если натянуть, но в обтяжку мы же детям не берем. Низ изделия выполнен прямо, все прошито хорошо, как бы никаких нареканий к продукту нет. Далее футболка белая с принтом, тот же самый размер, 119J2901, 95 хлопок, 5% эластан. Давайте ее с вами в каталоге поищем. Это старая коллекция, у нас еще есть такая, до сих пор не износилась, все отлично. Так, 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 так. Это вот это вот, да, с девочкой идет. Та, тоже называется с принтом, да, тоже 500 рублей стоит, но минус 20% наша скидочка. Тоже точно такая же, как предыдущая. Только мне кажется лучше, потому что узорчик как-то тут вот намного красивее. И он идет такой прямо практически черный. Смотрите, если узорчик натянуть, то он вот таким образом ложится. Вот, также антирастяжечка, все есть. По идее здорово. Очень мне в этот раз понравились юбки. Юбки с красивой такой вот тесьмой. Все хорошо прошито, все великолепно. Так, у меня тут кошечка опять в камеру просится. Вот, все великолепно прошито. И вы знаете, значит, артикул у нее 119G3302. Она идет с гофрированной тесьмой, темно-синяя, 68 вискоза, 27 нейлон, 5% эластан. Это не она. Так, давайте с вами ее поищем. Да, ну вот это, скорее всего, она. Тоже очень даже симпатичные такие юбочки у нас в этот раз. Реально клевые. Но тут они на фото не так классно выглядят, да, как она выглядит действительно суперски вживую. То есть тоже такая хорошая, толстый такой ремешок у нее идет тоже, как вы видите. Все прям прошито, прошито хорошо. Как бы никаких нареканий к продукту нету. Точно такая же юбочка, только серая, абсолютно такого же качество. Также вот эта вот тесьма прошита. Она как-то вот, мне кажется, менее блестящая. Но блесточки есть немножечко, да, совсем чуть-чуть. Ткань сама по себе плотная, хорошая очень. И артикул у нее 119G3302 идет. Да, конечно, куда же без тебя, видео. Куда же без тебя? Ты же моя хозяюшка, да, помогаешь мне каждый ролик. Вот такая вот юбка, знаете, рекомендую даже просто на каждый день носить. Отлично, просто даже если не школьную форму, то с какой-то яркой, можно ярким пиджачком, яркими туфлями и, как сказать тогда, футболочкой какой-то, еще что-то, да. То есть, ну, действительно очень достойная коллекция, которую можно сочетать с чем-то ярким, и получится очень даже и не скучно. Далее, вот это нам понравилось больше всех. Вика не могла на нее насмотреться в зеркало. Она действительно очень красивая и классная, да, то есть в каталоге она вот так вот представлена.
Получается, это блузка с рюшами 119J2601, тоже идет со 122 по 170, цвет белый, 65 хлопок, 32 полиэстер, 3% эластан. Маленькие размеры стоят 1199, побольше со 152 стоит 1399, ну, также скидка 20%. Все отлично прошито. Вот этот синий бант, он, как вы видите, отстегивается. Это обычная брошка, да, то есть вот она, обычная брошечка. Если ребенку не хочется вот такой вот красивый бантик, то его можно отстегнуть, и просто вот так вот одежда останется без этого бантика. Но тоже будет симпатично, я думаю, что. Также этот бантик можно пристегнуть на обычную футболку какую-нибудь, да. А почему можно? Потому что мне кажется, что он вообще универсальный, он ко всему подойдет, у него такой темно-синий цвет. Но, конечно, не совсем непонятно, рюшечки тут, по-моему, нет, они идут с синими блестками, а бант черный с синими, по-моему, блестками, а бант синий. Вот такой, знаете, ну вот, конечно, очень красиво, здорово, она не тянется. Предыдущие футболочки очень хорошо тянутся, а эта вот она нет, она не тянется. Далее, вот такая футболка, блузка, вернее, она идет прям вообще универсальная, да, то есть 1199, стоит, ну, минус 20%. Чем мне она понравилась? Тем, что ее действительно можно совсем, вот прям, давайте издалека с вами посмотрим. Она действительно такая хорошенькая. Вот, кстати, как вы видите, бирка как просвечивает, да, то есть она сама по себе вот такая вот немножко просвечивает. И, конечно, желательно бы надевать маечку под нее какую-то, да, то есть, а так вот и пуговки, и все, и прям все великолепно. Стирать, гладить это очень легко, потому что утюжком провел, они такие есть, вот, да, квадратненькие, не нужно тут ничего выдумывать. Очень удобно. Вот, кстати, даже могу артикул сказать, 523-611. Я считаю ее универсальной подо все. И никаких проблем не будет подобрать к ней образ, да. Хоть салатовую юбку, все будет отлично смотреться, да. Любой пиджачок, любая кофточка, можно даже свитерочек, да, и воротничок уже будет намного наряднее, чем там обычная кофточка. Да, то есть тут тоже так же, как у блузочки идет, пуговка, все как бы манжетик. Ну, симпатично. Вещи белоснежные, классные, суперски. Далее платье. Это уже отдельная тема, потому что платья мне понравились больше всего. Да, то есть вот синее платьишко, как представлено. И, скорее всего, есть серое еще, да. И вот серое платьишко, как представлено. Значит, цена у платья. Так, юбка, трикотажное платье. Ну вот, 1600 или 1900, но минус 20%. Да, не забывайте, если вы продаете, по цене каталога. Там очень хорошая скидка на эти платья, да, получается у вас. А если вы уже для себя берете, то это на 20% дешевле. Тоже здорово, тоже классно. Такой вот воротничок, который можно отстегнуть. Как вы видите, он на пуговках. И вы можете его убирать и отстегивать, и ребенок будет просто вот ходить в таком вот платьишке, да. А можете, так, тут, кстати, есть идет замочек, обычный пластмассовый, небольшой, да, то есть внутри тоже все очень качественно прошито. У нас размер 122, на Викуську села просто идеально, просто здорово, с теплыми колготками. Мы пока еще в садик ходим, но с теплыми колготочками можно какими-то цветными, да, то есть отлично вообще носить, да, то есть низ изделия выполнен прямо, рукавчики прямо, это все отстегивается, да, и то есть и получается просто вот такой вот прямой круглый вырез, тоже очень получается красиво, аккуратно. Вот, синее платье точно-точно такое же, только оно идет 119J4101, тоже 68 вискоза, 27 нейлон, эластан, оно хорошо тянется, что то, что другое. Тоже тут вот такие же идут узорчики, как вы видите. Так, давай-ка фокусируйся. Да, то есть вот так вот они прошиты, что серое, что синее. Также все отстегиваются вот эти вот воротничок, и изделие без воротничка вот таким образом выглядит. Также сзади идет молния. В общем, все хорошо, все просто идеально. Школьную форму прям 5 с плюсом. Далее вот такие вот юбочки плиссированные. Обе понравились, обе классные, обе на Вики хорошо смотрятся.
А прям тоже никаких нареканий к продукту нету, да? Сбоку идет вот такая вот пряжечка, она тут не расстегивается ничего. Давайте с другой стороны покажу, да? И вот такие вот прессированные складочки, тоже хорошо, аккуратно. Вы знаете, ничего не вернули, заказала на примерку, думаю, что-то мне, допустим, не понравится, и я это верну. Вот ничего не захотелось возвращать, все прям идеально, все здорово. У нас как раз юбок мало, она из всех юбок уже выросла. Как-то вот я все юбки пропускала, и у нас дошло до того, что у нас остались юбки только 104 размер, да, 110, да, размер 110, а мы уже 122 носим. И сейчас эти юбки на Вике просто идеально смотрятся, поэтому тоже как бы мне все понравилось. Так, значит, 2 это юбочка, она идет с прессированными вставками, 48 вискоза, 48 полиэстер, 4 эластан. И так, что у нас еще есть? Что у нас еще есть? Так, цену я забыла сказать. 1299 или 1500, если размер идет свыше 152, ростовочка, да? Также 20% скидка. Вот, знаете, отлично, просто здорово. Мне эта коллекция понравилась. Я ее вам вот на свой первый взгляд рекомендую. Мне кажется, она и проста в стирке. И вообще, да, вот даже отстегивающийся воротничок говорит о том, что, не дай бог, где-то ребенок там заморал воротничок. Можно один воротничок постирать, а платьишко там 2 дня носить, 3 дня носить, да, а потом уже постирать его в машинке, а воротничок можно вручную постирать, чтобы белое с черным, как бы, да, не покрасило друг друга. Мне кажется, это тоже очень важно. Ну что ж, переходим к моделям. Вот такой вот комплектик. Давай, кружись. Сейчас мы будем снимать обувь. Давайте посмотрим обувь, какая красивая. Очень нам понравились буточки такие вот хорошенькие. Подъемчик нам подошел. Один размерчик 31. 31 вот этот, да? Нет, это 30. Вот это 30 размерчик. Вот у нас нормально, вот он пальчик у нас идет. А 31 немножечко пальчик вот тут он идет. То есть полусантиметра получается лишнее, да? Или даже сантиметр. Даже, наверное, сантиметр идет лишний. Так, Викуся улеглась. Ну-ка, Вика, походи. Тут у нас пианино. Ну, смотрится хорошо. Смотрится просто отлично. Так, значит, у 31 размера идет артикул 566-73, верх искусственная кожа, подкладка текстиль, стелька текстиль, подошва ПВХ. И у 30 размера идет 566-72 артикул. Следующие кроссовки у нас вот такая вот красота, очень красивая, как вы видите, точно-точно такие же, как предыдущие, поэтому я уже их расхваливать не буду, я похвалила их в первом видеоролике, просто отличные кроссовки, и можно их носить с удовольствием. Вот сейчас, на данный момент, у нас как раз вся обувь закончилась. Итак, 30 размер, артикул 56-68-0. И 31 размер 56-68-1. Классные кроссовки. Далее хочется вам показать вот такие вот туфли. Это туфли на возврат. Во-первых, 31 размер нам велик. Во-вторых, они не гнутся абсолютно. Да, вот если взять пустую туфлю и вот как-то бы попытаться ее согнуть, сколько-то немножко она сгибается, но они нам просто великоваты. 31, а нет, это 30 размер-то. 30 размер нам получается великоват. Что черные, что красные, они действительно хорошо смотрятся, но они получаются нам велики. Значит, туфельки Фуксия размер 30-55-901 артикул. И цвет черный размер 30-55-883. То есть кроссовки 30 размер нам подошли. Эти велики, и нога просто не сгибается. Слишком грубая подошва.
Далее, вот такая вот туфелька. Очень нам понравились, но меньше 30-го нет размера. И они нам, к сожалению, очень-очень великоваты. Вот у нас где палец, то есть тут еще целый сантиметр. Мы решили, они мягкие, не классные, в них ходить очень удобно. Вика в них, в принципе, очень хорошо ходит. Вот не знаю, оставлять. Прямо ножка у нее прям тянется, она хочет их сама по себе надеть. Есть ортопедическая, да, там штучка, как вы видите. Надевает ребенок сам просто ее. Да, тут тоже очень удобно. Затягивается, застегивается. То есть вообще никаких нареканий продукту нету. Ну вот чуть-чуть слегка великоваты. Я думаю, даже не на размер, а на полуразмер. Где-то так. Вот. И подъем нам подошел. И все нам подошло. Как бы туфельки действительно очень-очень хорошо смотрятся. Да-да-да, поскакушка.